Охренеть! Уже вышел Minecraft 1.4.6. Да, как я долго-то не играл все-таки в него. Последнее время я что-то перестал следить за вышедшими обновлениями, ну или снапшотами. Ну вот тут решил обновить, потому что я догадывался, что вышла какая-то новая версия уже. Ну, я не знаю, какие тут есть изменения. Я еще не готовился вообще к ним никак. Чисто случайно нашел. Ну, одно я сразу заметил, то, что тут, когда мы убираем какой-то предмет, у нас появляется его название наверху. Вот, видите, загорается. Ну, вы, наверное, это все знаете уже. Так, сейчас я убью этого дебила. А, ну вот, кстати. И 3D-модели предметов появились. То есть мы вот так вот кидаем предмет, и он у нас уже не плоский, а вот такой вот. Ну, в общем, не плоский. Арбуз, кстати, надо сделать какой-то. Так, это что такое за шипение такое? Интересно. Так, ну ладно. Сейчас убью этого дурацкого скелета, мешающего мне нормально говорить. Чё ты такой настойчивый-то? Я же тебя все равно убью. А, это он типа от огня. Огонь тушится на нем. Да. Что-то дурацкий дождь противный. Ну ладно, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что сделали вот такой вот небольшой домик, а точнее заготовку под дом, потому что домом это назвать пока что нельзя. Ну и решили на том, что крыши на балконе здесь не будет. Но здесь будет зато стена такая. То есть на балкон надо будет входить через дверь. Ну, я думаю, это будет довольно нормально смотреться, потому что все-таки балкон будет немножко отделен от дома. Ну ладно, у меня тут сколько еще? Не знаю, надо ли стекло делать на балкон или не надо. А, вроде я хотел поставить здесь просто заборчик. Я, наверное, все-таки даже вот сюда забор поставлю, а стекла не буду делать. Ну ладно. Так, еще мне нужно дерево. И желательно ящичек сделать. Чтоб туда скинуть камень. Ну и прочие ненужные мне пока что вещи. Так, давайте скинем туда немножко камня. А, из этого камня... Опять забыл, делается из этого камня забор. Да, делается. Так, забор. Посмотрим, как он будет тут стоять. Так, это, где у нас этот балкон-то будет? Я думаю, балкон сделать вот здесь вот. А здесь тогда просто проход. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Нет. Так не пойдет. Слишком уж по-дурацки смотрится. Давайте сразу сделаем вот так вот забор. Ну, на него нельзя подпрыгнуть, как мы выяснили в предыдущей серии. Значит, нормально все. Мега лопата. Да уж, офигенная у меня лопата. Можно делать вот такие вот столбцы. Если делать так, будет такое окошко. Но это уже более характерно для замков всяческих. А вот эти штуки мы поставим какой-нибудь, не знаю. Здесь не будут, ну вот так вот, наверное, сделать лучше. А, нет, если у нас здесь будет... Короче, сюда поставим вот так вот, и будет нормально. Забор... А, или можно вообще поставить его вот сюда. Вот. Уголок такой будет тут. Ну и можно делать вот так заодно. Нет, это не надо. Ну а тут можно поставить такие вот стекла. Кубические. Ну, здесь придется тоже ставить их. Да, конечно, выглядит не наилучшим образом. Это все потому, что здесь не нужно стекло. Здесь нужны доски.
чтобы более-менее как сочеталось, хоть как-нибудь, чуть-чуть. Так, сюда. Зачем я сюда поставил? Вообще не надо. Здесь сделаем еще так, чтобы было не забраться наверх. А вот здесь поставим вот такую вот фигню. Типа он как бы опора его. Так, ну все. Эх, жалко, тут я не могу прыгать повыше. Ну ладно. Сюда тоже стекло ставим. И вот так вот. А тут я не знаю, надо ли стекло вообще. Давайте тут тоже не будем ставить. Лучше поставим тут доски. Что-то у меня березовых досок нигде нету. Но это дело поправимое. Так, здесь мы сделаем вот такую вот штуку. Так, а дерево у меня уже кончилось, да? Угу. А, ну я хотел вроде пол сделать из этих досок. Ну ладно, это с полом потом. Здесь можно тоже комнату какую-нибудь сделать. В общем, наша сейчас главная задача это сделать внешний вид дома, а потом внутренности уже там можно импровизировать и все что угодно делать. Так, ну здесь гора и балкон надо завершать будет уже. Тут у нас что? Можно, конечно, там будет что-нибудь сделать, но это уже потом, я думаю, да? Вокзал какой-то дебильный меня уже раздражает меня. Как бы не снес я его. Да нет, не буду его сносить, конечно. А, вот это тут дебильно. Нет, тогда я не хочу так оставлять. Все-таки сделаю немножко по-другому. Здесь поставлю просто камень. Ну вот. Смысл тот же, но эффект немножко другой. На. Хоть дырки тут такой не будет. А вот с этой землей здесь, я думаю, надо тоже камни поставить. Ну, потому что забор хоть будет на камнях стоять, что ли, я не знаю, где ему еще стоять-то. Будет такое продолжение немножко. Так, здесь тоже нельзя такую дырку оставлять. Будет некрасиво снаружи смотреться. И нужно идти за камнем. Камень я выложил зачем-то. Так, камень, камень, камень. Ставим его сюда. Ну вот, будет такой балкончик открытый. Отсюда, наверное, не буду его делать большим. А, я его сделаю симметричным таким. Вот это пока уберем. Сейчас пока такой набросок небольшой. Вот будет наш балкончик. А здесь будет диагональная такая идти. Ну, понятно, я думаю. И здесь продолжение дома, и вот там он будет соединяться. А здесь будет стена, типа отгораживать будет от балкона, чтобы не было слишком много места. Я не очень люблю, когда очень много простора. Вообще, не фанат таких больших пространств. Мне больше нравятся вот такие вот коридорчики всякие, какие-нибудь закоулки такие комнатные. Ну, не знаю, может, у меня просто мания. Есть мания величия, а у меня наоборот, мания маленьких каких-то. Ладно, пофиг, неважно, короче. Так, где у меня дерево-то есть? Там есть на ферме, интересно. Еда нужна. Пшенички сейчас возьмем. Она вся созрела. Я же забыл, что можно тыквенный пирог делать. А, у меня есть хлеб, ну, отлично. А я забыл про него. Все не забыл, а не заметил даже. Почему дождь не прекращается? Скажите мне. А, вот мой дом.
Отгрохал да, этот дом недостроенный. О, да, тут просто дохрена дерева. Жаль. Я рассчитывал на больше. Опилить мне сейчас дерево немножко лень. Не для этого я сейчас стал играть в Майнкрафт, чтобы рубить деревья. Ну, вот такая лестница. Вот. Почему я забыл нажать F3 обратно? Я даже не заметил этого. Это вообще... На. Забор надо еще... Это что такое? Монстры могут залезть. Ну, вот так-то лучше. Что ты тут делаешь? Ты же мне весь дом сломаешь. Да, мне повезло. Потому что еще чуть-чуть, и он бы все тут нахрен взорвал бы. Так, тут, значит, у нас 3 идет. Потом раз, два. Раз, два. Чтобы симметрично все было, надо. Так. Блин, может реально все-таки сделаем крышу, а то как-то. Ну, хотя сейчас я сделаю крышу вот здесь, вот, а над балконом пока не буду делать. И там уже посмотрим, как будет лучше смотреться. Я даже думаю, для декора можно сделать вот так вот как-нибудь. Как-нибудь типа того. Давайте заменим сразу здесь пол, чтобы поприличнее выглядело все. Я не понимаю, почему не прекращается дождь? Меня он бесить уже начинает. Так, ну вот, так уже получше выглядит. О, неужели? Дебил, придурок этот кончился. Вот очень прикольно мне, на мой взгляд, сочетание вот это вот коблстоуна с этим, с белыми досками. Фу, хоть немножко в тишине поиграть. Как светлее даже стало. Луна, что ли? Из-за луны, наверное, да. Так, ну вот. Конечно бы... вот это бы сделать в таких же тонах. Но нет, я не буду этого делать. Да, значит, на балконе я сделаю пол из этих досок, а на этом в обычном доме будет у меня пол из шерсти, как я и хотел. Совсем забыл про это. В общем, так как и про многие другие вещи, наверное. Сука, что это был за звук ужасный? Да, на каком я сложности-то? На изи? На изи так страшно? Вот твари-то, а. Так, вот здесь. Мне сейчас кажется, что у меня почему-то за спиной крипер появится, блин. Засветить хоть все. А, ну хотя бы они тут не зайдут, уже хорошо. Этот дебил не зайдет. Ну тут они точно никак не зайдут. Ага, они могут зайти вот здесь, блин. Тогда мне придется либо делать крышу, либо как-то огораживать. О, привет. Как-то огораживать вот эту вот с крыши, чтобы они просто ко мне не залезли. Пошли со мной будешь мочить придурков этих. Давай, иди. Иди, съешь его. Вот что ты на меня, твою мать? Собственный пес погубил. Почти. Как мне наверх-то попасть? Что ты скулишь-то? Сам виноват. Хотя я тебе даже ничего плохого не сделал.
Да, вот гавкаешь ты теперь. Вот сиди там. Наказан ты. Из чего будет эта стена? Балкон будет, наверное. Ты чё? Я думал, он сдох там. Ну ладно, телепортируйся, так уж и быть. Сиди тут, в общем, охраняй. Так, я думаю, будет вот так в 4 блока ширина, и вот здесь уже стена будет, которая стена. Так, нам нужно еще соблюсти другие пропорции, то есть раз, два, три, четыре, и стена будет вот здесь уже. Так, она будет начинаться вот здесь. Почему так?